Еще один резонансный судебный процесс уже подошел к своему завершению. Во Фрунзенском районном суде огласили приговор по делу Александра Матвеева, первого заместителя главы Ивановской администрации. Матвеев был задержан в минувшем феврале и обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. 16 сентября 2013 года директор общества с ограниченной ответственностью НИИ «Санчасть» Иванова Искожа от имени руководимого им ООО обратился с заявлением на имя главы администрации города Иванова с просьбой заключить договор аренды на основное здание «Литера» площадью 2187,4 квадратных метра и служебную постройку «Литер Г» площадью 52 квадратных метра по адресу Иванова, улица Акуловой, дом 80. Вот это здание, которое предприниматель хотел арендовать сроком на 15 лет. После подачи в мэрии соответствующего заявления бизнесмен получил заманчивое предложение от первого зама главы администрации, а по совместительству председателя комиссии по заключению договоров сдачи в аренду нежилых помещений. Содействие в получении участка на выгодных условиях в обмен на 1 миллион рублей. Бизнесмен согласился, и уже на ближайшем заседании комиссии под председательством Матвеева решено было предоставить здание, находящиеся в муниципальной собственности, в аренду фирме предпринимателя. А со старым арендатором договор расторгли в судебном порядке. В период времени с 18 февраля 2014 года по 25 февраля Матвеев продолжая реализовывать свой преступный умысел и корыстную цель на получение от Блескина взятки в крупном размере с целью конспирации их общего знакомого Сахарова, занимающего должность начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области, просил передать ему от Блескина предмет. При этом Матвеев о своих преступных намерениях по получению от Блескина взятки в крупном размере Сахарова в известность не поставил. Последний, будучи неосведомленным о преступных намерениях Матвеева по получению взятки в крупном размере от Блескина, на предложение Матвеева согласился. Позже бизнесмен отказался от намерения давать взятку и обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие события происходили под их пристальным надзором. 27 февраля 2014 года около 9 часов Блескин, согласно ранее достигнутой с Матвеевым договоренности о передаче взятки в крупном размере в сумме 1 миллион рублей за заключение администрации города Иваново с представляемым им ООО «Медсанчасть Иванова Искожа» договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, а также за согласование условий данного договора наиболее благоприятных для ООО «Медсанчасть Иванова Искожа», пришел в служебный кабинет Сахарова, расположенный на третьем этаже здания по адресу Иванова Театральная, 16, где оставил для последующей передачи Матвееву портфель, находящийся в нем банковскую упаковку, содержащую муляж 1 миллион рублей, в том числе 160 тысяч рублей билетами Банка России. За деньгами Матвеев приехал лично. Сам он так описывал события дня, когда оказался за решеткой. Утром находился на работе, ему позвонил Сахаров, который предложил заехать к нему, понял, что нужно решить срочный вопрос, какой именно, не знал. Уведомления от Блескина не получал. Приехал к Сахарову примерно в 9:50, зашел к нему в кабинет, где на стуле стоял портфель. При выходе Сахаров сказал, что для настоящего чиновника настоящий портфель. Взял портфель, не открывал его и не проверял, что в нем находится. О том, что он от Блескина не знал, но интуитивно мог предполагать. В ходе судебного процесса Матвеев признал свою вину и пояснил, что мотивом совершения преступления стали долговые обязательства. Не так давно чиновник попал в крупное ДТП. Вынося решение, суд принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств, признание вины и наличие на иждивении у Матвеева несовершеннолетней дочери. На основании изложенного руководства статьями 303, 304, 307, 310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд приговорил Матвеева Александра Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом В, части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, по данному закону назначить ему наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки в размере 20 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Порядок сроки обжалования приговора вам понятны? Понятно. Право на участие в суде в апелляционной инстанции в случае подачи апелляционной жалобы. Все понятно. Понятно. Да? Судебное заседание закрыто. Максимальное наказание по этой статье – 12 лет строгого режима. Так что суд проявил значительную мягкость. Однако сторона обвинения с вердиктом согласна. И обвинением было предложено и судом применены положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая регламентирует назначение наказания ниже низшего предела. В целом могу сказать, что
приговор соответствует, наверное, позиции обвинения, которая была предложена суду в ходе прения сторон на предыдущем судебном заседании. Вместе с тем вопрос его обжалования будет решен уже после получения копий. В СИЗО Александр Матвеев провел чуть больше 9 месяцев. С учетом этого в колонии ему предстоит провести еще 2,5 года. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.